Давайте посмотрим, как в реальном времени пополнить кабинет, то есть купить пакет. До этого предварительно были проведены кое-какие действия, а конкретно какие? Я пополнила биржу. Сначала я сюда перевела на эту биржу USDT. Потом за эту USDT, за эти цифровые доллары на спотовой торговле я купила токен Memcoin, да, Memtoon. Видите, у меня сделка еще вот отображается, Memtoon USDT, да. Теперь у меня эти активы образовались в нужной монете, нужной мне монете. Вот такое количество у меня долларов в монете. Так, где она у меня, эта монета? Теперь нужно пойти в кошелек. То есть эти деньги, эту монету нужно перевести в кошелек MetaMask. Потому что у нас платформа Web3, и покупка у нас производится автоматически. То есть мы подключаем кошелек к сайту и разрешаем. Таким образом происходит покупка. Что я делаю? Я проверяю, что у меня правильно выбран блокчейн, да, Binance Smart Chain. Добавлена монета Memtoon. Я копирую свой кошелек и иду на биржу. На бирже, там, где у меня есть деньги в монете Memtoon, да, я говорю, что мне нужно вывести средства. Вот видите, у меня монет 6993. Купленные они буквально вчера на 102 доллара. Я выбираю монету Memtoon. Далее я вношу вот сюда, видите, адрес. У меня здесь неправильно написано, видите, сумму. Сюда мы вносим скопированный адрес MetaMask. Блокчейн выбираем. Ну, здесь у нас в данном случае по умолчанию он выбран правильно. Binance Smart Chain, да. И я говорю, что мне эти средства нужно перевести отсюда все. Ну, на самом деле, зачем, чтобы у меня тут какие-то монеты оставались, да? То есть я их выведу все. И в тот момент, как я вот нажала «Все», у меня загорелась вот эта вот кнопочка. И смотрите, что получается. 6993 монеты было, да? На кошелек мне придет 6956,3. Сейчас мы посчитаем. Так, 6993 минус 6956. За вывод, ребята, берется здесь 37 монет. Мы нажимаем. И во всяком случае, это меньшее количество монет. Это в долларах, если мы посчитаем, это очень маленькое количество, очень маленькая комиссия. Поэтому нам рекомендовали эту биржу Gate.io, и работать будем с этой биржей, потому что эта монета торгуется на бирже MEX, и я знаю, что очень многие россияне работают с этой биржей, но там комиссия прям в 5 раз больше. Ну, во всяком случае, в 4 раза это точно. Поэтому рекомендовали биржу Gate.io, поэтому мы с ней работаем. Я нажимаю «Вывести средства». Кошелек указан мой правильно. Сеть блокчейна указана правильно. Подтверждаем. Он у нас запрашивает финансовый пароль. Запрашивает код на электронную почту. Вот мы отправили. Вот эти все цифры, да, которые я показываю, это одноразовые токены, поэтому ничего страшного, что я их показываю здесь. Это как смс-ка одноразовая, да, и код аутентификатора, который у меня в телефоне. Он тоже одноразовый. Теперь, надеюсь, все правильно. Ну вот, смотрите, вывод у нас произошел очень быстро. Деньги появились уже на MetaMask. Вот 6960 монет. У меня здесь 4 монетки еще было. И теперь можно заводить деньги в систему. Так мы это делаем. Идем в наш кабинет, на сайт. Если у меня кошелек подвязан, ну, как бы такой индикатор. Что я делаю? Я прохожу вниз, выбираю 100-долларовый пакет, вернее, от 100, да, от 100 до 1500. Итак, для того, чтобы купить пакет, нам нужно выбрать 100. Вот здесь вот у нас указывается количество монет, и монет не может быть меньше вот этого количества, иначе сделка не пройдет. Потом мы сравниваем, да, вот у меня на кошельке 6960 монет, а мне нужно 6795. Очень хорошо, я монеты просто покупала вчера, и сегодня они немножко выросли в цене, поэтому количество монет стало меньше. Я нажимаю, что согласна на участие, да, и нажимаю «Участвовать».
Вот сейчас подтянулся к нам MetaMask. Мы одобряем, подтверждаем сделку. Все, транзакция подтверждена. Все в порядке. Участие удалось. Спасибо всем. И что мы здесь видим? Так, пока ничего. Ждем, пока монета зачислится на кабинет. Давайте обновим сайт. Ну, и вот я вижу здесь одно оповещение. Сумма вложена $100. И смотрите, видите, у нас здесь максимально написано $300. То есть на этот депозит мы можем максимально получить 300%. То есть получаем $300. После этого нам нужно снова обновлять депозит. Это можно делать регулярно. То есть при каждом выводе, это так, рекомендована такая стратегия, при каждом выводе оставлять какое-то количество денег и добавлять к депозиту. Тогда у вас будет неисчерпаемый поток, который будет работать ежедневно в стейкинге. Все.